Всего лишь несколько минут полета, и вместо длинного — короткий путь. Что было там, в горящем самолете, не знаем, но теперь не в этом суть. И юноши, и женщины, и дети, мужчины с сединой на висках, какими они были, люди эти, все пережили близкой смерти страх. Быть может, кто-то вслух заплакал громко, быть может, самый храбрый закричал, прижала крепко мать к груди ребенка, а кто-то ручки кресла крепко сжал. Быть может, кто-то помолился Богу и бросил к небесам последний взгляд. Им оставалось жить совсем немного, теперь неважно, кто в этом виноват. Позже вы коснутся эти строки, пусть они помнят, жизнь так коротка, случайности, болезни, катастрофы и снова смерти, жестокая рука. Душа, душа, где после смерти будет? Куда ведет дорога, в рай или в ад? Молитесь Господу при жизни, люди, чтоб бросить к небесам последний взгляд. Аминь.